Соблюдать правила дорожного движения оказывается очень выгодно. В пятницу на бульваре Кокуй состоялся очередной розыгрыш призов среди участников акции «Общественный договор». Сегодня у нас получается финальный розыгрыш мероприятия «Общественный договор», которое привлекло к себе внимание достаточно большого количества людей. То есть еженедельно в розыгрышах участвовало порядка 30 человек. Сегодня будут вновь разыграны три приза. Это компрессор, видеорегистратор и навигатор. В течение часа к месту розыгрыша подъехали более 30 автомобилей с наклейками акции. Для участия в лотерее водители записывали номера своих авто на листочки, которые позже опускали в специальный лототрон. Многие водители участвуют в розыгрыше уже не в первый раз. Но фортуна улыбнулась только трем счастливчикам. Своими призами они остались довольны. Первый раз участвую, я говорю, в принципе, в этой акции первый раз. То есть, раньше никогда не везло никаких этих, и вообще не собирался. Но друзья, вроде съездили, участвуют, И вот решил поучаствовать и первый раз выиграл. В принципе, недавно подарили, тоже компрессор. У меня две машины у жены и у меня, не помешает. Розыгрыши подарков окончены, но акция продолжается. Каждый водитель должен помнить: жизнь важнее скорости и дороже любых призов. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.